В Волгограде будет создан Центр общественной дипломатии. Церемония подписания соответствующего соглашения прошла сегодня в здании библиотеки Волгоградского государственного университета. Руководство Волгограда и Волгу подписывают соглашение о создании на базе госуниверситета Центра общественной дипломатии. Организация станет универсальной коммуникативной площадкой для муниципалитетов России, ближнего и дальнего зарубежья, профильных международных ассоциаций. Мы будем тесно сотрудничать, мы будем обмениваться опытом. И я бы хотел также сказать о том, что действительно правильно было подчеркнуто, что центры общественной дипломатии создаются в разных регионах России. И часто очень это происходит при высших учебных заведениях. Такие центры именно при университетах во всем мире создаются не случайно. Ведь на базе вузов могут осуществляться целые образовательные программы. Джозефин Самсон, гражданка Индии, прежде чем приехать в Россию, обратилась в Центр общественной дипломатии в своей стране. Центр в Индии, она помогла, чтобы я была здесь и хорошо сказала о культуре и о как люди живут здесь, как отдыхают здесь. То, что создание Центра общественной дипломатии в России своевременно, подчеркивает и депутат Государственной Думы Олег Савченко. Дискуссии, которые будут проходить на этой площадке, смогут выстроить более дружественные отношения с другими странами. Сегодня вся наша молодежь, вся прогрессивная молодежь, которая там заинтересована, которая инициативная сегодня, может сегодня на этой площадке реализовывать себя, может высказывать свое мнение, свои мысли, что сегодня волнует молодежь, интересоваться, что сегодня в Европе, какие задачи ставит перед собой европейская молодежь для того, чтобы мы сближались, потому что рано или поздно мы будем все равно жить по-соседски, будем жить в мире. Центр общественной дипломатии начнет свою работу в ближайшее время. Сейчас в Волгу создается материально-техническая база центра, а также идет работа по формированию штата новой организации. Дмитрий Сераштанов, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».